学校では言わないで。恥ずかしい。Здравствуйте, друзья мои, с вами Шамов Дмитрий. Я вышел на улицу снять новое видео, но, к сожалению, пошел сильный ливень, гром молнии. Думаю, что вы все это прекрасно слышите. Надеюсь, что это не помешает нам записать сегодняшний запланированный ролик. Я хотел бы посоветовать вам посмотреть аниме. На удивление, оно мне очень понравилось, я сам даже не ожидал. К сожалению, в последнее время аниме выходит, не очень хорошее. И вообще, есть проблемы с этой областью, так сказать. Я сделаю уже как-нибудь об этом отдельное видео, расскажу, что я думаю о современных аниме, но все сводится к тому, что сейчас либо выходят какие-то гаремники, либо истории про школьниц, которые убивают 20-метровых монстров, либо, знаете, истории, где кто-то попадает в какой-то альтернативный мир, там начинает спасать, он становится каким-то необычным, избранным, опять же, его облепляют вышногрудые девушки, и все в этом плане. Так что аниме, которое я посмотрел, меня очень удивило, и называется оно «Цкига Кирей» по-японски, а на русский его перевели «Какая красивая луна». Так уж получилось, что практически всегда одним из моих любимых жанров в аниме был романтика и школа, либо там университет, что-то такое про отношения. Потому что, когда я начинал только смотреть аниме, я еще сам был в школе, потом пошел в университет, и как-то все это было близко, переживания, любовь, все дела. Со временем интерес к аниме как-то послаб, и связано это, конечно же, не только из-за того, что мне, в принципе, неинтересно или не хочется что-то посмотреть, а из-за того, что весь этот жанр извратили, и получилась какая-то фигня. Аниме «Цкига Кирей», «Какая красивая луна», вообще полностью отличается от того, что снимают в последнее время. Оно какое-то такое светлое, доброе и правильное, наверное. История такая. Есть парень, зовут его Котара Адзуми. Он обычный такой парень, учится в 3-м классе средней школы, ему получается где-то 15 лет. Он состоит в литературном кружке, увлекается литературой, много читает, и при этом читает не ранобэ и мангу, а именно книги японских авторов, в основном классиков, без перерыва цитирует Дадзаю Саму. Я думаю, те, кто увлекается Японией, скорее всего, знают такого автора. И сам в свободное время пишет какие-то рассказы, пытается отправить их в журналы, поучаствовать в каком-то конкурсе, надеется выиграть. Как я понимаю, у него есть мечта стать писателем. Есть еще девочка. Зовут ее Акане Мидзуно. Она спортсменка, тоже учится в этом же самом классе. Так уж получилось, что при распределении в 3-м году средней школы они попали в один класс. Она занимается легкой атлетикой, бегает, бьет многие рекорды, то есть такая довольно популярная. Не то, что она звезда школы, она сама по себе застенчивая, часто многие вещи не знает, как сделать, переживает. Такая скромная девушка, но при этом, когда дело касается спорта, то она показывает максимум того, что может. В общем, молодец. И по сути, и Адзуми Катара, и вот эта вот девушка, они совершенно из разных миров и друг другу не подходят. Но так получается, что первый раз, когда они попадают в класс, они тайком друг друга, замечают. И начинают друг на друга обращать внимание. И обращают внимание не так, знаете, прям вылупились и смотрят, а какими-то такими намеками. Показывают взглядом, что вроде как заинтересовались, но при этом все стесняются. И это выглядит как, знаете, нормальная такая подростковая увлеченность, подростковая любовь. И со временем их отношения начинают развиваться. Я не буду специально спойлерить, чтобы вы сами посмотрели, потому что, смотреть будет неинтересно. Я всегда стараюсь в своих обзорах придерживаться такой вещи, чтобы не рассказывать всю историю, чтобы вам было интересно смотреть. Стараюсь делать все это без спойлеров. Дождь пошел очень сильный. Надеюсь, что все-таки мы доснимаем видео. Вот лето в Японии. Дожди, ливни. И при этом на улице очень жарко. Сейчас, наверное, градусов 35. Все это называется мучи отсуй, когда жарко и все тело липнет так, но при этом идет, видите, дождь. И сам дождь тоже такой теплый. В общем, как в душе стоять. Наш разговор не об этом. Чем примечательно аниме «Цкига Кирей»? Во-первых, само название. Почему так называется? Не из-за того, что в аниме какая-то суперкрасивая луна, или аниматоры и художники постарались, нарисовали луну не такую, как в других аниме, либо мангах. Дело в том, что я в своем видео рассказывал, как у меня было видео на канале. Если не смотрели, обязательно посмотрите по ссылке в описании, потому что чтобы понять это аниме ближе, чтобы вообще прочувствовать его и понять мой обзор, нужно его посмотреть. Называется оно «Почему японцы не признаются в любви?». Дело в том, что
Был такой японский писатель Нацуме Сосеки. Он также преподавал английский язык в университете. И он как-то перевел фразу «I love you» как «Скигакирей». И сделал он это потому, что он считает, что японцы должны выражать свои чувства немного по-другому, нежели европейцы. Что если парень скажет девушке, что такая красивая луна, посмотри, какая она классная, то девушка поймет, что имеется в виду, что парень хочет ей передать какие-то свои чувства, сказать, что он к ней относится как-то по-особому. И прямая фраза «я тебя люблю» особо не используется. И так было долгое время, и напрямую не говорили «я тебя люблю» или там что-то такое. Ну, в общем, видео посмотрите, я думаю, сами увидите все это. Дождь очень усилился и превратился в такой нехилый ливень, поэтому давайте я, наверное, расскажу основные какие-то моменты, а дальше вы уже сами посмотрите и составите свое собственное мнение. Сама фраза «Цкигакирей» в аниме тоже произносится, на нее делается акцент, так же, как и делается акцент на цитаты различных японских авторов, классиков, в основном, конечно, Дадзаю Саму. Но самое главное качество и вот такой вот большой, толстый, жирный плюс вот этого аниме в том, что в нем показывается нормальная, здоровая жизнь школьников. Нету ничего сверхъестественного, не показывает отношения, знаете, бывает, что школьник ведет себя как будто ему 40 лет, либо как будто ему 5 лет, либо девушки какие-то нереальные, там за ними вся школа ходит, всем они нравятся. Нету каких-то таких отношений, совершенно нормальные, здоровые отношения между школьниками. Они себя ведут так, как и должны, как ведут себя обычные 15-летние дети в школе. Также очень хорошо показывается школьная жизнь. Кружки, занятия, как они ходят домой, как они готовятся к экзаменам. Есть еще такая вещь, что, помните, я в недавних своих видео рассказывал, что всех школьников разбивают по группам, и они убирают школу, и кто-то занимается инвентарем, кто-то какой-то еще уборкой. Со временем они сменяются. Все это там показывается, поэтому если вы хотите себе представить, как выглядит японская школа, что она из себя представляет, какая там жизнь, то посмотрите это аниме. Я думаю, что вы составите правильное мнение, нежели во многих других школьных аниме. Сама любовь и отношения, которые показаны между главными героями, между другими героями, которые с ними взаимодействуют, между друзьями и так далее, они очень чистые и искренние. Конечно, возможно, какими-то местами там утрировано, потому что главные герои, ну, уж очень стесняются в какие-то моменты между собой разговаривать. Я думаю, что в реальной жизни такое вряд ли встретишь. Я еще поспрашивал у Мики и своих друзей-японцев, когда они были в школе, действительно ли это было так. Они сказали, что ну немного здесь утрировано, но в целом похоже на то, что действительно происходит в школе. Потому что для многих это первая влюбленность, какие-то первые отношения. И, конечно же, люди стесняются и даже иногда не понимают, что делать. Поэтому все это показано очень хорошо, добро. И как-то, знаете, может быть, не то, что даже душа радуется, а какая-то такая легкая улыбка на лице появляется. Вспоминаешь, может быть, свое какое-то детство, какие-то свои первые увлечения кем-то. Во всяком случае, у меня пробудило такие чувства. Также это аниме, видно, что оно снято вот в 2017 году, потому что многие вещи там нацелены на современный мир. Главные герои что-то гуглят в интернете, без перерыва используют Line для общения между собой. Какие-то мессенджеры создают группы, отсылают друг другу штампы. Хотя, конечно, временами это выглядит так, как будто половина аниме — это реклама Лайна, но я думаю, что в Японии его не нужно рекламировать, его и так все знают, поэтому я думаю, что это некая такая фишка самого аниме. Выглядит все это очень хорошо. И показывается, возможно, некая такая проблема социальная сейчас в современном мире, что многие люди могут написать что-то, выразить какие-то свои мысли, чувства в переписке, но когда дело доходит до реального общения, у них возникают какие-то проблемы. Действительно так есть, я думаю, что вы сами с этим сталкивались. Потому что всегда легче написать, чем сказать с глазу на глаз. И в аниме все поднимаются вот эти темы. В нем всего 12 серий, ну, по 20 минут, как и обычно. Но смотрятся они с интересом. Как я уже сказал, нет никаких боев с монстрами, ничего такого. Сами отношения развиваются вялотекущие, но в отличие от многих других аниме, знаете, как бывает, что, например, 25 серий, и все эти 25 серий, там, например, девушка не может признаться парню в любви. Такого нет. Отношения постоянно развиваются, они становятся все лучше, там, ближе, дальше, но это вы сами посмотрите. То есть, ну, есть все время какое-то развитие отношений, что, в принципе, логично, потому что в реальной жизни тоже так. Может отношения улучшатся, либо ухудшатся, но когда они не сдвигаются с мертвой точки, такое бывает не так часто. Ну, на мой взгляд, во всяком случае, всегда что-то происходит. И это все показывается. Поэтому
Аниме мне очень понравилось, я посмотрел его с удовольствием. Прям можно сказать, залпом за 2 дня. Ну, потому что времени не было, чтобы посмотреть разом, но... В общем, друзья, давайте завершать. В общем, аниме отличное, называется Цкига Кирей. Какая красивая луна. Я напишу еще название в описании, подробно там. Поэтому обязательно посмотрите, потому что сейчас надо уже идти, а то камера помрет в такой дождь. Надеюсь, что видео вам понравилось. Не забывайте подписываться на канал, оставлять комментарии, ставить лайки. До встречи в следующих видео. До свидания. Ну и жесть, конечно. А зонта у меня нет, я уже весь промок. Я прям вот тютелька в тютельку записал видео. Не ожидал, что польет. Прям вообще. Ну, надо что-то делать, я не знаю.